Привет, друзья! Вы на канале Хэйдэй с Маринкой Малинкой. И сегодня я решила поговорить о Томе. Да, я уже снимала видео, когда Том появляется впервые и его дают бесплатно на 3 дня. Вы можете посмотреть это видео, перейдя по ссылочке. Но сегодня я собрала всю интересную информацию и хотела бы с вами ею поделиться. Итак, как я уже сказала, что Том появляется на 14 уровне, и его дают вам бесплатно на 3 суток. И время идет, даже если вы ничего не покупаете у этого товарища. Том спит 2 часа, а после этого готов выполнить следующий ваш заказ. Сразу хотела поговорить еще о сне Тома. Дело в том, что если вас не устраивает цена на предложенный товар, то вы можете отказаться от этого товара, и тогда Том будет искать вам другой товар. Но перед этим он уйдет спать на 2 минуты. Но дело в том, что в игре появился глюк, и время от времени у некоторых игроков так происходит, что Том спит не 2 минуты после отказа вашего на товар, а 2 часа. Поэтому совет, чтобы Том не предлагал по какой цене, покупайте у него, чтобы не потерять вообще время и возможность что-то заказать у Тома. Потому что Том предлагает самую выгодную цену, и в любом случае его товар намного дешевле, чем если бы вы купили его в придорожном киоске или в газете по специальным объявлениям от создателя игры. Помните, что Том приносит только те предметы, которые вы уже открыли до 14 уровня, когда он впервые у вас появился, или до того уровня, на котором вы находитесь. Том никогда не приносит предметы для расширения амбара, силосной башни и для земли фермы. Лучше у Тома просить пилы, топоры, лопаты и так далее, что поможет вам очистить ваш участок. И эти товары всегда необходимы. Но если вам особо не нужны никакие инструменты из перечисленных мною, то заказывайте у Тома, если, конечно, у вас уже открыт этот товар. Это одеяло и кольца с бриллиантами. Эти два товара самые выгодные, самые дорогие. Ну и на кольца с бриллиантами не нужно будет тратить алмазы для их производства. А кольца нужны. И в городе их требуют покупатели. И бывает, что на грузовике их тоже нужно доставить. После того, как истек срок на бесплатный найм Тома, то его можно будет нанять за 15 алмазов на сутки, за 60 алмазов на 5 дней и за 100 алмазов на 10 дней. Конечно, выгоднее нанимать сразу на 10 дней, но не у каждого есть 100 алмазов. Ну и представьте, это нужно будет целых 10 дней нервничать, чтобы не потерять этой возможности Тома нанимать. Да? Я всегда нанимаю на сутки. Это самое дешево и нету особых головных болей. За один раз Том может принести максимальное количество товара, это 9 единиц. Да, конечно, лучше всего брать у Тома максимальное количество товара. Также Тома можно будет нанять за ускоритель бесплатно на оговоренное в ускорителе время. И тоже это после того уровня, как появятся у вас ускорители. Также есть ускоритель, который сокращает время сна Тома. И действительно, цена на товар у Тома всегда ниже. Поэтому покупайте максимально, чтобы хорошо заработать на этом. И помните, если в вашем амбаре нет места, то вы не сможете забрать предметы, принесенные Томом. И также вы не сможете дальше его использовать. Поэтому своевременно опустошайте амбар, да, продавая какой-то товар, или используйте
инструменты, которые Том уже вам принес. И еще один интересный моментик, что в шарике у Тома есть подарок. Когда Том предлагает акцию, то в руках он держит желтый шарик в течение 10 минут. И потом он отпускает этот шарик. И именно в этот момент нужно шарик лопнуть. И тогда появятся какие-то призы. Это могут быть очки опыта, это могут быть монеты или какой-либо стройматериал. Да, например, акции или колышки или что-то еще. В принципе, это все, что я нашла интересного. Надеюсь, вам пригодилась эта информация. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Интересной вам игры, хорошего настроения. Пока-пока!